Добрый день, уважаемые любители хоккея. Сегодняшний выпуск спорта. Рад приветствовать нашего хоккея. 15-20. Ну, или 16-20. Тут, разумеется, кому как больше нравится. Это финал. Синяя машина у нас в черно-синих цветах слева по телевизионной картинке. К составу 15-20 давайте перейдем. Александр Гох защищает их ворота. Вот как раз бросок в этой ситуации он и парировал. И здесь еще парирует один. Ну и полевые игроки. Евгений Дорошенко 14-й. Станислав Лобачев 25-й. Ренат Хайрудинов 26-й. Иван Смирнов 33-й. Андрей Ширяков 35-й, Кирилл Самсонов 47-й, Роман Гранат 50-й, Александр Куликов 88-й, Андрей Бородин 89-й, Константин Огарков под номером 98-м, Евгений Баланкин 17-й, Евгений Манаенков 29-й, Александр Тихомиров 41-й, Сергей Круглов 45-й, Андрей Иванов 73-й, Андрей Шалимов 77-й, а вот момент синей машины, ох, здесь Образцова своих партнеров выручает. Повтор, давайте посмотрим. Здесь еще один бросок и снова Гох. Снова Гох в игру вступает, уверенно действует. Автором второй заброшенной шайбы 15-20, их 47-й номер Кирилл Самсонов оказался. Дает шайбу в зоне. Защитник синей машины здесь ее здорово оставляет. Дальше за воротами прокатили, вылезли, бросили. Неплохо, опять же, снова Гох. Здорово здесь действует рукой. Хорошую передачу у синей машины еще дальше. И вот бросок, по-моему, дотягивается Гох до этой шайбы. Еще момент, еще бросок, здесь шайба в сетку с внешней стороны попадает. Со счетом 5-1, ну а 15-20 добились еще более уверенной победы над хоккейным клубом ММЗ «Авангард». Там со счетом 10-2 они своих соперников обыграли. Вот еще опаснейший момент, там бросок в штангу, шайба попала, еще и добивание было. В общем, момент на заглядение был на самом деле у синей машины, и можно было действительно сокращать счет в этой ситуации. Нет положения вне игры. Вошла синяя машина. Здесь бросок. Ну, Гох прижался к штанге, поэтому вариантов пробить его здесь, пожалуй, и не было. Отдать не смог эту передачу. Вот бросок. Довольно опасный, но Гох в этой ситуации уверенно действует. И вот такая, кстати, классная передача в направлении Павла Кирикова. Такая закидушка своеобразная получилась туда, в чужую зону. Но, кстати, довольно расчетливая и довольно точная. Хотя там можно еще за шайбу побороться, в том числе и его партнеру. Но здесь 15-20 из-под этого прессинга, кстати, ты не выбирается. Бросок Кузина, ну, спокойно Гох шайбу эту отбивает. Здесь, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Хорошая передача, момент. Эх, попасть бы. И Круглов в этой ситуации. А вот выход от Самусенко. И не забивает. Это Гох выручает. Ну вот момент попадания в перекладину вы видели. И выход Самусенко. Возможно, последняя атака в этом периоде. Последнее слово за машиной будет. Это бросок неточный. Ну и отскок заберет себе Гох в руки. Здесь еще один бросок. И Гох напоследок. И еще один бросок парирует. Хороший пас. Под чужую синюю. Момент. С этого броска там шайбу попадает. Неплохой перевод на ближний борт. Линии нет. Бросок со входа в зону. Дотягивается Гох до этой шайбы. Оп. Хорошо оставил партнеру. Есть наброс. И Гох забирает эту шайбу себе. Попали в соперника. И вот еще момент, но здесь Гох. Хороший мощный бросок. Снова Гох в игру вступает. Опасный момент, прям со вбрасывания был. Ой, какая передача. Да, под чужую синюю. Роскошно. Там удаление будет. А булит будет? Будет. Будет булит. Там будет и удаление, и булит, но давайте еще раз за этой передачей посмотрим. Посмотрите, какая. Бах! Прям под чужую, точно, в крюк. Штрафной бросок. 21 номера синей машины. Нет, 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 нет.